Привет всем, это Вячеслав, канал Кибай. Сегодня к нам приехал такой большой паркетник. Это Nissan Juke 2014 года выпуска, европейской сборки. Машина в простой комплектации. На нее идут выкидные щеплющие зажигания на две клавишки. Две клавиши. Это хозяйский ключик. Он запрограммирован в машину. Машина дистанционно закрывает и открывает. Если мы вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем, машина заводится. По ключам. Ключи сами по себе надежны. Со временем бывает выходит из строя выкидной механизм. Здесь используется силуминовый сплав. При повороте ключа в замке зажигания, либо в замке двери, лезвие отдельно, ключик отдельно. То есть ломается выкидной механизм. Со временем бывает, корпуса также изнашиваются. Изнашиваются резиновые клавиши. Внутри стоит батарейка CR2032. Для замены нужно ставить плоскую отвертку сюда вот между двух половинок, и он раскрывается как ракушка. Внутри батарейка CR2032 на 3 вольта. Владелец данного автомобиля приехал к нам в Минск на Тимирязева 121 для того, чтобы мы изготовили новый ключ зажигания, точно такой же с кнопками, так как у него на машину остался ключик только один. Мы изготовили вот такой ключик. Он как хозяйский машину дистанционно закрывает и открывает. Если мы вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем, машина заводится. Ну а теперь владельца Nissan Juke 2014 года выпуска, европейской сборки, простой комплектации, есть два выкидных чип-ключа зажигания с кнопками. Если у вас такие же проблемы, нужно отремонтировать, например, замок зажигания, изготовить дубликат ключа зажигания, изготовить ключи зажигания при полной утере, отремонтировать личинку двери, либо предстоит работа с блоком БЦМ, можете обращаться в нашу компанию Ikebay, мы решаем эти проблемы. Обращайтесь.